знали, что такое. Потому что шайба в воротах, и только после этого они к товарищу по команде подъезжают. И уже от души интересуется как-то дорогой. Ух ты! В первом периоде был эпизод, а тут Шверов там набрасывание ударил. Но здесь явно некрасиво. Просто можно по сухожилию, там протекция вряд ли. Маркус Кинг, это ассистент капитана немецкой сборной.